Добрый день! С вами сайт «Своими ручками». Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Сегодня я расскажу вам, как связать крючком розу. Наиболее частым декоративным элементом, связанным крючком, является цветок. А из всех цветов наибольшая популярность у розы. Мы предлагаем один из вариантов создания этого цветочка с помощью крючка. Весь пошаговый процесс вязания представлен в данном мастер-классе. Для вязания такой розы мы приготовили розовую пряжу, соответствующий крючок, ножницы, толстую иглу. Вязать такую розу мы будем по следующей схеме. Сначала выполняем цепочку из 49 воздушных петель. Это будет основание будущей розы. Затем выполним 3 воздушных петли подъема, после чего в четвертую петлю от крючка вяжем 2 столбика с накидом. После этого делаем 1 воздушную петельку для перемычки и провязываем группу из 3 столбиков с накидом, имеющих общее основание, пропустив 1 петлю в начальной цепочке. Итак, продолжаем вязать далее. Такая заготовка для будущей розы у нас получилась после первого ряда. В начале второго ряда вязание разворачиваем и выполняем 2 воздушные петли подъема. Затем в соседнюю петлю провязываем столбик с накидом. В следующую петлю основания провязываем 2 столбика с накидом. Далее вяжем еще 1 столбик с накидом. Завершаем вязание этой детали 2 воздушными петлями, которые присоединяем простым столбиком в перемычку предыдущего ряда. Так мы провязали один из лепестков будущей розы. Следующий лепесток вяжем аналогично. Заканчиваем вязание 2 воздушными петлями и соединительным столбиком. Далее обрываем нить, оставив кончик около 40 см. Вставляем нить в толстую иглу, которая потребуется для сшивания нашего цветочка. Розу начинаем скручивать с начала вязания. С изнаночной стороны сшиваем иголкой с ниткой. Такая розочка, связанная крючком, у нас получилась. Подпишитесь на наш канал. Отдельное спасибо за лайки. Всего вам доброго!